Добрый день, дорогие друзья! Решил сделать небольшое видео, где сейчас покажу мои последние заказы, сделанные с данного аккаунта на AliExpress. Но перед этим хотелось бы напомнить, что на канале AliProsto существует отдельный плейлист, который называется «Как заказать с AliExpress в Крым», в котором находятся всегда актуальные ролики для заказа с AliExpress в Крым. То есть не актуальные ролики удаляются с данного плейлиста, а актуальные добавляются. За такую находчивость поставьте, пожалуйста, лайк под роликом, подпишитесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик. Естественно, приглашаю каждого подписаться на мой телеграм-канал, в котором делюсь всеми скидками для сайта AliExpress. Это купоны, промокоды и так далее. Нас уже около 500 человек. Ссылку на телеграм-канал оставлю в описании. Переходите и обязательно присоединяйтесь к нашему скидочному сообществу. Ну а мы переходим в раздел «Мои заказы» и посмотрим, что происходит в моем профиле на AliExpress. Как мы видим, последний заказ в данном профиле был совершен 26 мая и отправлен 27 мая 2020 года. И как можно увидеть, все заказы были отправлены. И самый дорогой товар из этого списка — это был официальный телефон Xiaomi Redmi Note 9s на 6 гигабайт и на 128 гигабайт памяти, который в момент акции стоил 17 231 рубль и 41 копеек. Но давайте перейдем и посмотрим, как мы его оплачивали. Хотелось бы напомнить, после получения данного телефона сделаю небольшой обзор на нашем сайте AliProsto и посмотрим, какой телефон все-таки прибудет. Как мы видели ранее, цена была 17 тысяч, и мы с помощью купона продавца сминусовали 151 рубль и 82 копейки. Далее мы оплатили всего лишь своей картой 15 931 рубль и 41 копейку. И 1300 рублей сминусовал наш код купона. То есть я ввел промокод, который у нас также публиковался в нашем телеграм-канале, и сминусовал 1300 рублей при заказе данного телефона. Ну а сейчас мы перейдем на страницу адреса доставки и посмотрим, как он заполнен. Но перед этим хотелось бы показать данные закрытые заказы и также показать, чего мы добились с негативными отзывами на нечестные акции магазина Дуги. И вот один из товаров, и как мы видим, на него написано 183 отзыва, и 83% были негативные с одной звездой. Далее следующий товар — 536 отзывов, и 74% написали негативный отзыв. Далее мы видим 677 отзывов, и 68% из них также написали негативный отзыв и поставили одну звезду. Ссылку на все данные страницы телефонов поставлю в описании, можете перейти и прочитать все негативные отзывы. Далее мы видим 536 отзывов, и 74% из них были негативные. И вот последний товар, который был мною также заказан, мы видим 200 отзывов были написаны, и 94% были написаны негативные отзывы. Как мы видим, даже первый написано: «Никогда не получил мой телефон». Думаю, магазин Дуги получил свой урок, и повторять данную акцию он больше не будет. Ну а мы переходим на страницу адреса доставки. Вот именно так заполнен мой адрес доставки на данный момент, и все заказы на AliExpress проходят, и товары, как мы видели, отправляют, и притом быстро, на следующий день. Но, друзья, увидев, например, комментарий под роликом с дополнением про то, что дополнение уже не работает, естественно, пишу, чтобы мне прислали скриншот заполненного адреса доставки личным сообщением в мой инстаграм-аккаунт. И в большинстве случаев адрес доставки у пользователей заполнен по старой инструкции. Поэтому обязательно нужно следить за новыми роликами для Крыма. Для удобства можно сохранить плейлист для Крыма или подписаться на канал и после подписки нажать на колокольчик. И тогда YouTube будет присылать уведомления о новом ролике. Но в вашем приложении обязательно должны быть также включены уведомления. Далее у меньшей части пользователей бывают такие ошибки, как лишние точки, запятые, двойные пробелы, тире или написание двух-трех слов вместе. Например, Крым, Симферополь, Гвардейская. Также очень часто при заказе данным способом появляется ошибка 029, что на данный момент в основном означает, что AliExpress распознал, что в графе города вы указали название крымского города, и теперь его вам надо еще больше изменить. А именно изменить некоторые буквы на другие, но так, чтобы визуально было понятно, какой именно город вы написали. А также еще примерно месяц назад многие в написании своего города вписывали цифры, что делать также нельзя. Также напоминаю, что на данный момент и до 31 июля 2020 года будет работать промокод PN1 для нового пользователя AliExpress, который дает скидку 250 рублей на заказ от 320 рублей. В предыдущем ролике про него уже было много сказано. И сейчас также ссылку на активацию данного промокода оставлю в описании под роликом. Переходите по ссылке и вводите данный промокод для скидки. Еще больше промокодов и купонов в нашем телеграм-канале, естественно, подписывайтесь. Друзья, мой короткий ролик опять затягивается, и поэтому, если еще остались вопросы, напишите в комментариях, а также пишите, как у вас обстоят дела с заказами с AliExpress в Крым. Поставьте, пожалуйста, лайк под роликом, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Всем спасибо за просмотр, всем пока!